Здравствуй, Омск. Сегодня 78-й день моего забега. Я бегу из Москвы в Пекин. Я думаю, что вот видите, какой я уже загорелый. Я считаю, что я вам принес уже лето. Дай бог, чтобы у вас было тепло, и вы загорелые были точно так же, как и я. Я очень рад, что показался на сегодня у вас на празднике. У вас очень классно. Крепкий парень. Видеть, до сказки деда Иеремия. Приезжайте на Троицу к нам. Спасибо. Ну, прямо замечательно. Грибочек купить не желаете? Пока я добрый, а топлива ей не хватает. Не на топливо, ну правильно, на топливо. До вас далеко было это лететь-то. Ну, а еще это воздушные ямы, тряска. Это же лишнее потребление, понятно, ну, понятно. Вот, так вот, поэтому говорю, ну, купи грибочка. Так уже поспешай скорее. Простую, здоровую еду с крестьянскими блюдами и напитками. Усилить на природу, получить заряд воды твои. Я не люблю фотографироваться, страшно. Ой, ой, я не могу. Знаем про вас. Сначала вы приезжаете, а потом, да? И убедитесь сами в том, что. Все. Ну, хорошо, действительно, да. Поняли. Как у нас говорят, идут соседским поросенком. Выпьем и закусим, и сыграем, и споем. Да. Все какие бравые у нас солдатушки. Хочется их брать себе в наш полк. Ну, конечно, возьмем, нужно их проверить. Из круга должны выйти, вытолкнуть друг друга. Ну и ладно, а вы попробуем. Раз, два, три, поехали. О, даром, что... Так, хорошо. Слезы капают.